фантастического начала нашего фестиваля под названием «Поиска». Наши юные спортсмены сегодня появились здесь на боевом поле в специально обозначенном прямоугольнике для того, чтобы выполнить себя. Пожалуйста, приглашаем вас на наши трибуны, чтобы не пропустить выступление наших юных всадников в дисциплине под названием «Выезд». Мы уже не первый год принимаем участие в этом мероприятии, и каждый год дети прям мечтают сюда попасть, потому что, конечно, прекрасная площадка, ну, одна из красивейших в Москве. Хорошая организация, сюда приезжают сильнейшие всадники со всех уголков России, это очень здорово. Замечательный призыв. Маленькие дети их очень любят. Ну, и вообще всегда такая дружественная, открытая атмосфера, это очень здорово. Благодаря вот таким местам, благодаря таким классным мероприятиям у нашего конного спорта есть будущее, потому что вот они, то, что они увидят, то, что они смогут дальше дать в массы, вот это и будет будущим, которое есть. Первая часть состязаний на сегодня подошла к концу, это значит, мы готовы наградить наших победителей. Мне все понравилось, было не очень легко, потому что мы выступаем только второй раз на улице, и лошади, мои пони боятся улицы. Я сегодня заняла 2 призовых места, и для меня это очень большая редкость. Сын Игорёк выступил не очень удачно, зато сорвал приз зрительских симпатий, потому что пони не очень любят ездить, он больше любит прыгать и немножечко остановился. Очень здорово, что такое мероприятие организовали, потому что двигать конный спорт, особенно детский спорт на пони, это очень здорово. Надеюсь, что в дальнейшем также будет очень много интересных мероприятий на ВДНХ, потому что эта площадка одна из самых крупных, людных, и всегда здесь очень ярко проходят все соревнования. Да, очень классное мероприятие. У меня сегодня выступает сын, ему сегодня 4 года исполняется. Очень потрясающе все организовано, красиво. Будем смотреть, болеть. Класс. Спасибо организаторам. Сегодня у нас состоялся с этим юным всадником дебют на дебюте, потому что пони зовут Дебют, а этот прекрасный молодой человек сегодня участвовал в соревнованиях впервые. Вот. Более того, у него сегодня вот такой прошел день рождения. Я благодарна за такую возможность выступить в таком шикарном месте. Я очень люблю эту площадку. Виды, грунт, организация, все на высшем уровне. Это не последний старт в этом сезоне, а только начало.